Всем привет, с вами Billy Software. Блять, ну почему это письмо должно было прийти именно тогда, когда я начинаю писать? Ну вот, это закон подлости, по-моему. Так вот, о чем я хотел сказать-то. Я ненадолго закрывал проект с Fort Knox, если кто-то видел и помнит. Если вообще кто-то смотрит, блять, мой канал. Так вот, конечно же, все это пиздеж был, и я начал сам один немножечко строить. Вот фундамент пока не доделанный, конечно. Вот, и начал. Я сделал кусочек этого форта. Сейчас покажу, как это все будет выглядеть, раз уж кому-то это интересно и написали. Окей, я покажу. Вот, готов замок полностью. Он перевернулся немножечко, не так как в той части. Здесь уже это уже новый сервер, это мой, теперь здесь ничто не лагает, все прекрасно работает. Закончен замок до конца. Внутри, правда, ничего еще не сделано. Ну как, помещение есть, и все, и больше ни хера. Ни защиты, ничего, блядь, потому что, как вы видите, криперы с пауками бродят, блядь, спокойно, как дома у себя. Во дворе замка большая исследовательская лаборатория с обсерваторией наверху. Блять, лагать начало. Так вот, стена будет выглядеть примерно вот так. Вот. Вот это я буквально только начал. Решил подождать всех остальных и не вдаваться в подробности. Вот так выглядят башни, которые будут находиться вне форта. Они будут по углам, уже как видно по конструкции. Одна здесь и остальные. Ну понятно. Картиночку с проектом, как это все будет выглядеть, я, наверное, выкладывать не буду, хотя хотел. Кому интересно, тут посмотрит, что здесь будет происходить, и в конце сам все узнает. Блять, стало тормозить. И выкинула. Отлично. Потрясающе. Только что сказал, что сервер не лагает, блять, и такое опровержение жесткое. Ну да ладно, я, в принципе, показал все, что хотел, и все, что просили, поэтому на этом я попрощаюсь. Надеюсь, когда будем писать уже вместе, такого не повторится, и я не опозорюсь с качеством своего интернета и крутостью компьютера. Вот. Это был Billy Software с предварительным обзором на то, что будет представлять из себя проект Fort Knox. Оставайтесь с нами, смотрите, что мы будем делать. Играйте в хорошие игры и смотрите хорошее видео. Также подписывайтесь на канал. Ставьте нравится, кому нравится. Не нравится, кому не нравится. Можно, блядь, не орать, когда я записываю? Спасибо. Так вот. О чем я говорил-то? А, лайки, дизлайки. Ну и пишите в комментариях, конечно, если у кого-то что-то возникает, какие-то мысли. Обязательно рассмотрим, обязательно ответим. Вот. Ну и на этом все. До свидания.